Аллея Олимпийской славы, что расположилась между автотранспортным техникумом и стадионом «Спартак», сегодня больше напоминала русло небольшой реки. Потоки грязной воды хлынули на спортивную и детскую площадки после полудня, подтопив в том числе и территорию автотранспортного техникума. В районе 11:30 начала подниматься вода. Как видите, здесь ситуация такая очень критическая. Но мы сразу позвонили во все службы. Где-то часа полтора ждали, пока приехали. Начинают разборки, чье это хозяйство, кто этим занимается. Машина водоканала, по словам очевидцев, приехала, постояла и уехала, не сделав ничего, что остановило бы потоки воды. Причину аварии рабочие также не прояснили. Но на этот счет у местных жителей и сотрудников техникума есть некоторые предположения. Здесь коллектор, закрыт решеткой специально для сбора мусора. Видно, вода поднялась, и эта решетка забилась, и вся вода мимо трубы вот пошла вверх. Наши вот такие предположения. Ответ на вопрос, откуда взялось столько воды, стал известен позже. Всему виной очистительные работы на Рюминском пруду. По всей видимости, там спустили воду, и в итоге каким-то невероятным образом она оказалась здесь. Кто несет ответственность за данную оплошность, представители администрации города сейчас выясняют. Ну а потоки воды, изрядно подпортившие специальное покрытие спортивной площадки, порадовали школьников. Они с удовольствием шлепали по лужам и, похоже, единственные наслаждались внезапным потопом. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».